продолжаем путешествовать. В этом году я был в Будапеште и совершенно случайно заглянул в базилику святого Иштвана. Это как раз был тот период, когда наводнение в Европе было. Помните, был сильный ветер. Ну, просто действительно погода не радовала. И вот, когда я туда заглянул, я решил все-таки подняться на самую верхотуру. А когда на лифте поднялся к куполу, увидел, что там в комнате около выхода купола организована выставка. Выставка Петра Прокопа. Оказывается, был такой священник. В 42-м году был посвящен священнике, в 19-м году родился. Вот, в 56-м году отправился в Рим, где изучал живопись, расписывал какие-то церковные храмы. Ну и через некоторое время вернулся опять в Будапешт. У него очень много работ, такие своеобразные работы. Считается одним из самых известных на сегодняшний день поп-художников, который, в общем-то, имел сан. Вот, можете посмотреть его работы. А нужно еще сказать, что более 900, нет, даже не 900, по-моему, 9000 своих работ он подарил Венгрии. Такие дела.